Всем привет! Снова сегодня с вами Макс, и мы сегодня опять в проекте «Реальная жизнь». Приехали на аэродром и смотрим на авиационную технику. Сегодня это у нас вот такая вот тачка у меня на заднем плане. Это Navy-версия Texan T6, North American Texan T6. Его Navy-версия SNJ-4. Конкретно данный самолет выпущен 20 января 43-го года. Задача у нас на сегодня очень, несложная, да, то есть этот самолет какое-то время стоял. Так уж получилось, что мне повезло, когда его привезли разобранным в России еще в 15-м году, мне повезло выполнить на нем полетик, проверить, что все нормально работает, штатно работают все системы после того, как он был сюда привезен и в разобранном состоянии был собран, да. И после этого этот самолет поучаствовал, например, на Максе 2015, к сожалению, только в статической экспозиции, но тем не менее, машина очень интересная. Чем интересен этот самолет? Ну, во-первых, тем, что он в таком возрасте находится, и при этом он такой аутентично в отличном состоянии, да, то есть, как он покрашен, давайте смотреть. То есть, как он покрашен, этот самолет находился долгое время, всю свою жизнь он, в общем-то, находился в Штатах, наверное, раз он был в 43-м году сделан, через него прошло огромное количество студентов, да, авиационных курсантов, да, которые, вот он, North American Texan, SNJ, вот даже его серийный номер. Так вот, значит, прошло через него много военных пилотов, да, в общем-то, его детальная судьба мне неизвестна, но, тем не менее, самолет с историей, самолет очень интересный, да, то есть, если мы сравниваем его, когда на экране, он как бы непонятно, но вот с моим, как бы, так скажем, средним ростом, 173 сантиметра маленьким ростом, да, то есть это вот такая вот здоровая тачка. В принципе, самолет полностью металлический, за исключением рулей, да, так же, как на Як-52, например, это синтетикой обтянутые. Кстати говоря, элероны имеют вот такой вот сервокомпенсатор для облегчения управления. Ручка действительно легкая по элеронам. Значит, нету триммера по элеронам. Это сервокомпенсатор, который помогает разгружать ручку по элеронам. Да, то же самое у нас, например, с хвостовым, с рулем высоты. Да, руль высоты тоже получается обтянут синтетикой, но он имеет такую вот триммерную. Вот он, триммер у нас руля высоты, мы его в кабине посмотрим, да, то есть он находится с двух сторон. Значит, если мы вот так вот отклоняем, то, в принципе, сейчас он у меня просто в нейтрально стоит, да, и руль направления тоже имеет управляемый из кабины триммер, да, руль направления имеет триммер. Хвостовое колесо, значит, хвостовой костыль управляется, если ручка, точно так же, как вы играете в симулятор в Мустанге, да, то есть, если у вас ручка нейтральная или взята на себя, то у вас, соответственно, колесо управляется от педалей. Если ручка подана от себя, то, соответственно, свободно ориентируется, и раздельным торможением колес вы, соответственно, направляете самолет в ту или иную сторону. Значит, особенность. Давайте смотреть в кабину. Значит, забираться сюда не так-то как бы просто, да, мы видим вот крыло имеет дорожку, по которой мы должны наступать, и вот такие вот две подножки. С помощью этой подножки мы забираемся в переднюю кабину, с помощью данной подножки, с этого крыла как бы наступая назад, мы забираемся в заднюю кабину. Задняя кабина инструкторская или предназначена для обучения, например, сейчас мы в нее заглянем. Предназначенное кресло можно развернуть на 180 градусов назад, и в некоторых кабинах есть вот эта вот задняя часть, она на самом деле каким-то по-другому выполнена образом или снимается и служит для обучения стрелка. Значит, на крыле у нас имеются заправочные горловины. Два бака по 55 галлонов, расход, в целом, так скажем, в круизе, если там взлет, набор, круиз, в районе 30 с чем-то галлонов в час, да, то есть всего 110 галлонов, то есть 2,5 часа плюс резерв на полчаса, примерно так, да, то есть самолет не для круизных полетов. Это вот такой механический указатель
механический указатель шасси, проверить, что залочено, то есть, да, вы проверяете, что шасси выпущено положение, встали на замки. Значит, ну и заглядываем в переднюю кабину. Значит, вот у нас передняя кабина этого прекрасного самолета. Так вот, значит, здесь уже современная стоит авионика, то есть при этом все, при этом как бы сохранена идея этого самолета, да, вот есть даже зеркальце, да, вот так примерно, ну не знаю, вот если я сижу где-то, так у меня голова, сейчас я посмотрю, как я настрою сейчас камеру, да, примерно как-то так у меня голова, вот так вот я визирую капот. Самолет достаточно высокий. Ну, это хорошо, потому что он как бы учит пилотов потом летать, скажем, курсантов, да, которые будут потом летать на мустангах, P-47 Thunderbolt'ах и чего-то там еще, что было в то время. Значит, ручка управления самолетом, то есть она имеет, элерон имеет весовую компенсацию, то есть она по элерону прям всегда встает в центр ровно, да, даже на земле. И, как правило, руль высоты не имеет, ну, такой ярко выраженной весовой компенсации и на земле падает от себя. Как раз таки в этом положении колесо разлочено, и мы можем раздельными тормозами рулить. Так, давайте-ка я попробую залезть, сейчас мы посмотрим. Так, у меня, к сожалению, нету широкоугольного объектива, но, значит, что у нас здесь? Значит, вот у нас, собственно, throttle quadrant, вот он у нас, throttle quadrant, и, значит, это у нас триммеры, значит, триммеры, это триммер руля высоты, ну, начнем по порядку, да, кстати говоря, зацените это, подлокотничек, честно говоря, я им не пользовался, ну, ладно. Muting off. Так, значит, начнем с топливного крана. Топливный кран сейчас стоит на off, и мы видим, что здесь у нас есть обозначение 55 галлонов, 55,2 галлона справа, значит, 25,2 галлона слева, да, но мы помним, что там 55 галлонов, и резерв 20 галлонов, да? Как это работает? То есть, по сути, у нас мы выполняем взлет и посадку на баке, который называется резерв, но почему так называется? Потому что топливоприемник из резервного, то есть из левого бака, который под названием резерв, топливоприемник находится в самом дне этого бака. Если мы ставим на левый, да, который, например, в круизе, да, то, соответственно, тогда у нас трубочка чуть-чуть торчит над, ну, примерно настолько там из дна, так скажем, да, бака, и в левом баке есть какая-то, тогда, если мы будем работать вот здесь, то на 20 галлонах у нас заглохнет, да, то есть, когда остаток топлива будет резервный, то есть 20 галлонов, у нас, собственно, заглохнет двигатель, и нам надо будет переключиться на какой-то из баков, и что, возможно, нам понадобится, как раз вот это у нас есть fuel pump, да, секундочку, вот это вот fuel pump нам дает... Это, по сути, мы им подкачиваем в случае отказа топливной помпы, которая работает от двигателя, да, с приводом от двигателя. Мы подкачиваем и смотрим здесь вот на вот этом приборе, давление топлива, это правое. Правое у нас давление топлива. Мы смотрим, подкачивая этой ручкой, чтобы она, в общем-то, у нас было давление в системе. Вот, значит, что у нас здесь расположено? Так, я парашют сейчас чуть поправлю. Значит, здесь у нас еще присутствует ручка управления шасси, ручка управления щитками посадочными и ручка управления, не ручка управления, а гидравлика. То есть, да, чтобы гидравлика не перегревалась и не являлась отбором мощности, то есть гидравлическая помпа с приводом от двигателя, она гоняет как бы по пустому, так скажем, в холостую гидрашку, да, то есть когда мы, прежде чем мы будем активировать кран шасси или
щитков, мы должны нажать на, соответственно, на вот эту вот штучку. Сейчас без давления она отпрыгивает назад, но в теории она работает так, что когда у нас есть двигатель работает, мы нажимаем этот левер, и он остается в нажатом состоянии до тех пор, ну, примерно около 2 минут. И в это время мы увидим вот здесь вот на указателе давления, указатель давления, должно давление в районе 1000 появиться, ну, где-то здесь, да? И как мы увидели это давление, нажав левер, мы перемещаем кран шасси, выводя его, тут такой стопор, выводим его на себя и выводим его на себя из стопора и перемещаем сюда на уборку, да? Система, когда отработает, отщелкнется этот, мы проверим, что давление упадет. Вот у нас, кстати говоря, механические указатели убранного положения шасси. Сейчас они down, да, а flaps up, zero indication, да? Также у нас есть зеленые и красные лампы для положения шасси. Сразу с левого края смотрим еще, вот он. Собственно, это поплавки. Игорь Леонидович, покачайте крыло. Вот. Значит, это вот поплавки. Вот. Мы видим, что когда самолет шатается, топливо болтается. И очень удивительно сделано. Спасибо. Вот это такой вот топливомер, да? Ну, они расположены... Стрелочные есть электрические топливомеры, да? В Мустанге, например, они тоже расположены слева и справа. Слева и справа в кабине. Вот у нас справа. Сейчас фокусируется, я надеюсь, у меня... Так, я сейчас закрою этот кармашек. Не, спасибо. Вот, значит, вот он этот правый указатель топлива. То есть так как-то работает, да, вот мои ноги, не знаю, как это выглядит здесь. Сейчас как-то так, то есть вот так вот. Вот я тут привстал немного, да. Вот, это у меня левый указатель топлива. Здесь вот правый указатель топлива. Я закрыл парашют, да. Значит... Вот, теперь мы возвращаемся к левой стороне. Это у нас осталась еще кнопка, ручка управления вручную гидравликой. То есть, по сути, если у нас там срезная муфта, например, и у нас вдруг перестала работать... И у нас перестала работать помпа engine driven pump, да, то есть та, которая от двигателя, от коробки приводов, мы достаем вот эту вот штуку, чик, лочим ее и просто вот так качаем, и просто вот так вот качаем, создавая давление. То есть мы можем на земле, например, прогнать закрылки, щитки, ну, кстати говоря, можно это продемонстрировать. Тут у нас сейчас стоит положение up, есть neutral, да, нейтральное положение, и вот, допустим, я ставлю на выпуск. Вот у нас указатель, закрылков, ну не закрылков, это split flaps, это щитки, да? И я начинаю качать. Оп, поехало дело, ну, щитки спокойненько так опускаются. Вот, уже положение 30 градусов и максимальное, допустим, 45. Да, теперь я ставлю кран либо нейтральный, если я хочу оставить для посадки их в промежуточном положении, да, либо если они убраны, то они должны полностью остаться в up, или, соответственно, если полностью надо выпустить, то можно их оставить в down. Но если промежуточное положение, оставляю их нейтрально и смотрю на указатель, оставляю их там, как есть, да, возвращаю up, например, и то же самое верну теперь с помощью механической помпы, так вот, нехитрым образом, не тратя горючее, мы вот управляем механизация. Видно также, что дергается стрелочка создания. Вот мы создаем давление в системе. Вот, и ручку я слаживаю. Вот так. Продолжаем. Значит, вот у нас throttle quadrant. Вот, кстати говоря, логика работы топливной системы. Да? То есть карбюратор, fuel pump, fuel unit, primer. Это, собственно, primer, это у нас вот этот вот шприц. Вот так он закручивается. Чтобы его оперировать, надо открутить его максимально. И вот так он засасывает топливо, и мы шприцуем двигатель. Да? Как-то так. Значит, секундочку, возвращаемся. Значит, к левой стороне. Здесь у нас ручка управления двигателем, или RUD. Да? Ручка управления двигателем. И немножко в отличие от нашей техники, то есть мне, например, не очень привычно, потому что, например, на яках, да, вот эта ручка управления шагом обычно рядом стоит, и как бы одной рукой одновременно ты можешь управлять и тем, и другим. А по факту, ну, такой же throttle quadrant встречается на американских самолетов в симуляторах, там типа, не знаю, Mustang, P-47, похожие, так скажем, да, сейчас я пытаюсь настроить. Вот это у нас на самом деле шаг управления винтом, да? Он не характерно для остальных самолетов перед тем, как глушить двигатель, его нужно установить в
большой шаг, то есть затяжелить винт. То есть что мы делаем? Мы перед остановкой двигателя выставляем обороты 1200. Выставляем обороты 1200 и затяжеляем полностью, ждем минуту и потом выключаем двигатель. Каким образом? Мы ставим газ на idle потом, да, и вот такой вот есть фиксатор. Значит, микс открывается с помощью, тут есть такая гребенка, что она делает, да, она по сути не, ну, случайное перемещение микса, чтобы не заглушить, то есть всегда, чтобы это было под контролем, что случайно не остановить двигатель в полете, да, то есть в эту сторону мы ее отщелкиваем, а чтобы ее затяжелить, нужно отжать вот этот лепесточек и перемещать ее, да, то есть так это работает. Вот, и значит, переходя дальше, про помпу я рассказал, про throttle quadrant я рисовал, это я рассказал, это просто friction, да, то есть это затяжелитель или стопор по-нашему, да. Значит, это manifold drain, да, manifold drain — это дело в том, что то, что нам дает показание manifold pressure, то есть или давление, наддув, по сути, да, то есть это двигатель как бы supercharged или с нагнетателем, да, ну, с наддув, с нагнетателем, но он выдает 36, вот сейчас у нас, ну, в районе нормального давления, то есть 29,92 в дюймах, да, и мы видим, что стрелочка стоит около 30 на заглушенном двигателе, то есть у нас там сейчас атмосферное давление. Обычно, соответственно, когда мы на взлете, у нас ограничение 36 дюймов, да, номинал 32 дюйма и максимальный там круиз или, так скажем, тоже второй номинал, это вот до 30 дюймов в зеленой зоне. Значит, собственно, что? А, да, и мы... Что-то я потерял мысль, да? Да, на взлете, к сожалению, вот этот вот ручка управления двигателем, она не имеет какого-то стопора. То есть, если двинете до железки, то у вас значение наддува выскочит за ограничение. И, по сути, это очень хорошо для двигателя. Поэтому на взлете мы даем двигатель и не смотрим, где у нас ручка. Мы смотрим на положение наддува, чтобы не превысить его, да? А, так вот, собственно, вот это вот дрейн, да, когда мы запускаем и давление ниже 30 дюймов, то есть нам надо, чтобы у нас было какое-то разрежение, то есть, по сути, ниже атмосферного, да, мы используем вот эту штуку, мы открываем вот этот клапан на 3 секунды и возможную влагу оттуда удаляем, чтобы она потом не попала в прибор, не было там такой вот плавающей штуки, то есть это можно встретить, в наддуве плавает в советских самолетах, правда, там бензин, но ладно. Это у нас подогрев карбюратора, да, то есть сейчас у нас стоит на холодном воздухе, ну, если какой-то у нас сквозь облака летим, icing condition, или очень влажно, и двигатель начинает работать с перебоями, понятно, что это слишком влажно, да, и нам нужно его немножко запитать теплым воздухом, поэтому мы эту ручку подогрева карбюратора можем регулировать. Значит, это у нас магнита, ну, все знают, что такое магнита, да, соответственно, off, левое, правое или оба, да, значит, ну, указатели шасси, скорость, искусственный artificial horizon, да, или авиагоризонт, да, это у нас высотомер, высота в футах, manifold pressure мы поговорили, это у нас обороты двигателя, это температура головок двигателя, здесь максимально аж до 260, максимально в круизе 232. Ну, что-то какое-то такое здесь значение нарисовано. Ну, вот по книжке вроде так, да. Это suction. Это, по сути, разрежение, с помощью, благодаря которого у нас раскручиваются приборы. То есть у нас есть часть приборов, которые работают электрически. А есть те, которые, например, искусственный горизонт. Он у нас, мы его сейчас зафиксировали. Кстати говоря, забыл. Вот, и... Он у нас раскручивается от, не от электричества, а именно от разрежения, да. То есть... Температура, вот трехстрелочный прибор, как в наших самолетах называется, имеет 3К. Это вот температура масла, давление масла и давление топлива. Ну, зелененькие значения — это те, которые нам нужны, соответственно, так, да. Какое-то опробование двигателя мы производим после прогрева масла выше 40 градусов. Ну и головки для взлета там и начала гонки должно быть где-то не менее 100 градусов. Это у нас, соответственно,
Амперметр показывает, мы понимаем, что потребители начали потреблять ток, когда у нас включился в работу генератор. Также сигнальная лампа генератора, она горит желтым до того, пока он не включается в работу. Как правило, на рулении на малом газе он всегда горит желтым цветом, потому что он включается в работу где-то ближе к 1500 оборотов. А самолет едет уже где-то там, я не знаю, вот 600-700 по ровной, он уже сразу движется. То есть 600 сильного двигателя хватает для этого. Значит, ну что у нас, это стартер, здесь на ранних версиях были стартеры такие, как на Ан-2 в одну сторону, там маховик раскручиваем, потом сцепление, бу-бу-бу-бу, и магнета, да. В этом случае мы здесь предварительно провернув двигатель, поскольку мотор радиальный, и чтобы не было гидролока, да, не, гидрозамка в нижних цилиндрах из-за того, что стекает масло, надо провернуть как, ну, как не менее 2 оборотов полных, то есть 4 blades, да, 4 лопасти, и, соответственно, дальше мы шприцуем, там, в зависимости холодный, нет, там, 2-3-4 шприца, давление поднимаем левером вот этим вот, да, смотрим, проверяем это здесь, и после этого нажимаем с одной рукой кнопку, она подпружинена, выключена, да, то есть нажимаем кнопку стартера, то есть тумблер-стамплера, стартера вверх, раскручиваем, когда пару-тройку лопастей делает двигатель, включаем магнит на сумму и уже поддерживаем. Если двигатель холодный, мы, как правило, то есть у нас ручка управления двигателем где-то 1/4 дюйма всего дана, и мы поддерживаем, после того, как двигатель схватился, мы поддерживаем его, если вдруг он холодный и неровно заработал, можем подержать его еще, пихнув ему шприц топлива там, да? Да. Атенто! Примерно так. И как только у нас двигателю давление масла поднялось, мы можем, и двигатель прогрелся, потом оно вернулось где-то в районе, в зеленую зону, мы, соответственно, винт переводим на малый шаг. Вот. Что здесь еще интересного? Ну, собственно, педали, да, то есть это у нас oil shutters, да, это, собственно, масло-радиатор. Что характерно, то для этого самолета, в отличие от наших самолетов, ну, очень как-то правильно все спланировано, и не нужно регулировать капоты двигателя для охлаждения цилиндров. То есть они, ну, достаточно хорошо справляются и держатся в зеленой зоне на любых температурах. Oil shutters, как правило, для быстрого прогрева они закрыты, ну и может в каких-то северных условиях, то есть если температура масла вдруг падает, вы их закроете. А так, есть термостат, который регулирует все это дело, вы не очень паритесь, вы их ставите в открытое положение, ну, можно закрыть сейчас, в открытое положение, и, в общем-то, с этим работаете, да. Parking brakes. Кстати говоря, вот желтенькая штучка регулирует тормоза, если я ее отжал, перемещаю педали, она будет находиться чуть дальше. Ну, я полностью для себя продвинул педали вперед, потому что я короткий, да. Вот такие вот воздуховоды, это внешний воздух или воздух с подогревом, да, красный, соответственно, они сделаны такой ребристой у них штука, чтобы можно было ногой, если вы пристегнуты в кабине, соответственно, вам не надо париться, вы вот так вот ногой шевельнули и закрыли или открыли тот или другой, как-то так работает. Parking brake, да, вот parking brake, он работает так вот нехарактерно на других самолетах, да, то есть я нажимаю тормоза, загоняю туда давление, систему вытягиваю вот эту вот штуку, отпускаю тормоза, а эту штуку держу, и потом держу, она остается как бы немножко вытянутой. И чтобы мне потом снять с тормозов, я всего лишь обжимаю педали, и она уходит туда, то есть снимается со стояночного тормоза. Так, с правой стороны тут, собственно, ничего нет. С правой стороны есть очень суперский карман вот таким вот образом, то есть можно с собой что-то взять и не бояться, что это выпадет. Тут, кстати, есть переходничок такой на гарнитуру, а так он так, таким вот образом закрывается, тут даже написано close before flight, чпоньк, и закрывается, и все, собственно, как-то так. Не знаю, как это вот заснять с внешнего вида, ну вот что-то вроде так. Вот примерно еще раз, как выглядит
вид из кабины, наверное, когда я сижу, да, то есть вот видно немножко капот, сейчас я немножко затемню, да, то есть вот видно капот, видно лопасть, примерно вот такое вот визирование, и вот приборы, ну вот чуть-чуть выше я обреза вот этого glare shield, да, то есть кабина просторная, то есть я чувствую себя здесь, правда говоря, у меня есть парашют, и парашют не просто такой, а с подушечкой увеличенный, и под спину, сейчас секундочку, и под спину я еще под спину здесь вот небольшую одну подушечку подставляю, потому что стандартно не хватает, немножко мне не хватает дотягиваться до тормозов, ну и нажимать их, то есть при полностью данной ноге у меня должна быть возможность еще и нажать и на тормоз, вот, поэтому такая вот история. Вот так вот еще раз выглядит эта кабина в общем виде, из, значит, передняя кабина, так. Вот так вот выглядит. Ну, нормальная такая боевая тачка. И вот так вот я вешу здесь на подножечке. То есть здесь достаточно высоко. Ископлан получается самолет. И даже до вот этой подножки тут, ну, прилично. То есть сколько здесь? Наверное, сантиметров 60, да, я думаю? Игорь Ильич, 60? Пользуясь случаем, прошу, хочу передать привет. Ага, пожалуйста. Да, так. Наверное, сантиметров 60. И надо, кстати говоря, сейчас я тут... попробую, как работает, показать, как работает фонарь кабины. Сейчас, одну секундочку. Значит, фонарь кабины в нашем случае, да, то есть у нас есть вот такая ручка, мы ее оперируем изнутри. Вот, и когда кабина, например, закрыта, с внешней стороны мы подходим, поднимаем вот этот вот пин и отодвигаем, сдвигаем сдвижную часть фонаря. То есть, ну, как-то вот так вот все это выглядит. Очевидно, наверное, если я встаю на передней кромке крыла, общий вид, ну, примерно так это выглядит. Все гоняют гонщики, не сравним. Вот, значит, примерно так еще раз выглядит. Вот у нас, что интересно, что в отличие, например, от 52-го, сдвижная часть, смотрите, как приходится упираться ногой сюда, потому что здесь с крыла соскальзываешь. Вот. И значит, задней кабины сдвижная часть фонаря, она открывается вперед. Вот так вот. Так, теперь мне надо изловчиться, поменять ногу и заглянуть сюда. Опа-на. Так, здесь тоже уже лежит парашютик. Сейчас я. Вот мы, собственно, в задней кабине. Все похоже. С той лишь разницей, что... Сейчас покажу классные фишки. Во-первых, здесь вот это заднее кресло разворачивается на 180 градусов. И можно смотреть туда в хвост. Там вот такой вот посередине фиксатор желтенький, нам видно его, да? Вот он как раз-таки делает это возможным. То есть мы когда разлочиваем... Опа! Считайте, я заберу заднюю. Когда мы ее разлочиваем, мы можем сделать этот разворот. То есть мы на взлете держим так, условно говоря. А в полете можно развернуть... Можно развернуть вот из задней кабины вот такой вот примерно обзор. Он, кстати, не так плох, потому что вот эта вот часть, она достаточно узкая. И мы можем смотреть, ну, практически, ну, почти, ну, не так, как, конечно, в передней кабине. То есть нам вперед, ровно вперед очень плохо что-то видно, потому что там еще голова человека, который впереди сидит, да. Но вот это вот, поскольку козырек очень узенький, да, который закрывает приборы. То есть, ну, не знаю, для тех, кто летал на задних... самолет суставой опоры типа экстра и прочие всякие, то есть привыкаешь настолько, что это совершенно нормальный обзор. Здесь абсолютно те же практически приборы, что делает его полноценным для полетов из задней кабины, но когда один человек в самолете, должен самолет управляться из передней кабины. Значит, дублируется у нас здесь указатели, ну, то есть ручка управления шасси и щитками посадочными. Но единственное, что через пружинку завязаны ручки передней и задней кабины таким образом, что если шасси выпущены, убрать их из задней кабины нельзя. То есть если я поставлю здесь кран на уборку, просто растянется пружина, ничего не произойдет. Если шасси из передней кабины, например, убраны, то из задней кабины я их могу опустить ручку и выпустить. То есть все сделано для того, чтобы как бы можно было безопасно приземлиться, выпустить из любой кабины шасси. Также триммер руля высоты,
Руль направления, та же помпа. Ну, здесь гидравлическая вот эта push, да, power, да, она находится здесь, а не слева здесь. И еще вот интересный момент, например, когда сзади сидит какой-то покатается, так называемый пассажир, или наблюдатель, тот, который потом должен быть каким-то там стрелком или просто смотреть назад, чтобы, когда кресло разворачивается с помощью вот этого замочка, когда мы его расфиксируем, когда кресло разворачивается на 180 градусов, этой ручки здесь быть не должно, потому что она сейчас стоит полностью на пикировании. То есть ее нормальное положение где-то здесь. И чтобы она... Вот так вот я ее сейчас вытаскиваю, этот пин на пружинке. Опа-на! И вот эту ручку я снял. Вот так. Вот она вот таким вот образом вынимается и фиксируется в этом ушке. Да? То есть я ее вытащил, и чтобы она просто так не валялась, и можно было всегда ее возить с собой, да, я устанавливаю ее сюда. И оп, и фиксирую ее в положении здесь вот в стороне от ноги. Ну как-то так. Здесь козырек он высокий, то есть по сути, если я ставлю, где у меня глаза, да, сейчас я сяду повыше, поближе, то есть козырек у меня вот так. То есть в основном обзор получается только в стороны. Ну как-то так. Throttle Quadrant он тот же самый, так же как и в передней кабине. То есть мы абсолютно всем же тем же самым управляем, как из передней кабины. Ну и селектор, он механически связан, топливных баков, он механически связан с передним. То есть если мы перемещаем отсюда, он автоматически переключается в передний и наоборот. Ну как-то так. Пойдемте еще внешне посмотрим. Задача на сегодня не очень сложная, надо его отгазовать, если будет все хорошо на газовке после проделанных работ. Подняться в воздух, ну просто вокруг аэродрома немножко пролететь, попробовать, что все работает штатно, все в порядке, и, собственно, вернуться, да. Ну, а на газовке как бы посмотреть в первую очередь, да. Пойдемте посмотрим его еще с передней части. Этот прекрасный самолет, да, то есть оцените. С моим ростом, да, то есть вот если посмотреть с моим ростом, то есть я вот подхожу, и вот я даже до втулки винта не достаю. И вот, кстати говоря, винт диаметром 9 футов, то есть около 3 метров примерно, 2,7, там 2,8. Шильдик Pratt Whitney R1340 двигатель, 9 цилиндров, 600 лошадиных сил, ну как-то так. При этом самолет, он, поскольку тренер, он не какой-то сверх, так скажем, у него вес пустого 4400 фунтов, то есть в районе 2 с небольшим тонн, максимальный взлетный 5300, если в фунтах, это примерно, ну, в районе 2500, наверное, да, килограмм, то есть как-то так. Ну, зависит от модели, то есть они на самом деле там 5300, 5500 бывает, 5600, в общем, ну и двигатели немного отличаются по характеристикам. Значит, что у нас здесь? Стойки. Особенности самолета, да, то есть когда, например, первый раз на нем пришлось лететь, и до этого я не летал на таком самолете, и, собственно, негде было полетать с кем-то, потому что у нас не было в России, это первый в России такой аэроплан. И, соответственно, мы, конечно, читаем руководство полетной эксплуатации, manual, да, например, и кроме этого, понятно по внешнему виду, что нам примерно стоит ждать от аэроплана, да? То есть в данном случае мы понимаем, что у нас узкая достаточно колея. То есть если мы смотрим размах, то колея достаточно маленькая. 8, по-моему, футов 7 дюймов. Вот такая вот колея шасси. При этом поперечное V-крыло делает при боковом ветре... Ну, давайте представим ситуацию. То есть мы, допустим, самолет с хвостовой опорой, он уже на посадке имеет определенный угол атаки у крыла. То есть это не так, когда самолет с носовой опорой, да, то есть когда вы только уверены, что скорость достаточная, вы поднимаете носовое колесо и бежите, да. Вот здесь вы видите, что у вас есть стояночный угол, он же является и посадочным, так скажем, да. Вот, и... Как-то так это выглядит у вас изначально. И, допустим, ветер с моей стороны, в данном случае справа для самолета, соответственно, возникает момент, вот эта вот кромка, она еще на больших углах находится, и поскольку размах достаточно приличный, создаются моменты, которые готовы этот самолет опрокинуть на противоположную сторону, вот в том положении, когда он на трех точках. Если мы еще выпускаем огромный посадочный щиток, он начинается прямо, он... Прямо начинается от элерона, да, вон он пошел туда, под фюзеляжем, под центропланом и на другую сторону. То есть с таким огромным щитком
возникает большой прокидывающий момент, соответственно, влево, да, если мы предположили, что ветер отсюда. Плюс еще узкая колея шасси все это делает, ну, заставляет нас задуматься, да. То есть в нашем случае мы либо должны приземлиться, притереть его на основные колесики, или использовать, например, если мы выполняем посадку на 3 колеса, тогда мы должны, может быть, использовать меньшее отклонение закрылка, в зависимости от того, насколько рваный ветер, насколько сильный ветер, да. Ну, это, в принципе, можно оценить на взлете или по показаниям, да. Самолет не требует большого пробега, поэтому можно притереть его на основные стойки шасси, удерживая ручку, например, если мы предполагаем ветер справа, да, удерживая ручку вправо максимально от себя, чтобы бежать как можно дольше на маленьких углах атаки крыла и оттормаживаться. И как бы потом уже, когда аэродинамические силы не позволяют удерживать больше колесо в воздухе, опустить его, взять ручку на себя, тем самым залочить его и использовать тормоза до полной остановки. То есть вот эти вещи мы должны понимать, да, потому что еще особенность, это все-таки низкоплан, плюс он центроплан, у него садится на эффект экрана, да, особенно с выпущенным щитком. Кстати, надо было посмотреть, когда мы выпускали, да, как это выглядит снаружи. Ну ладно, мы, может быть, в другой раз. Вот, ну как-то так. Вот такой вот классный аэроплан. Наверное, рассказал все, что знал. И немножечко у нас задача сегодня приподняться, может быть, в воздух, сделать там полетик по кругу, проверить, что все хорошо. Посмотрим, как газовочка и все такое. Очень. Что удалось вспомнить за время полета? Значит, в принципе, да, управление самолетом несложное. Ручка по элеронам очень легкая, благодаря вот этим сервокомпенсаторам. Можно ее мотать влево-вправо смело. Крыло у этого самолета имеет стреловидность по передней кромке, и это очень сказывается при управлении самолетом. Может быть, это как раз таки хорошо при обучении с курсантами, да, то есть они сразу понимают, как завязана ручка управления и руль направления. То есть всегда необходимо при создании каких-то кренов, небольших отклонений по элеронам, достаточно активно использовать руль направления, потому что ну, прям чувствуется, как создается скольжение. То есть не так, как, например, на Як-52, а прям конкретно создается скольжение в противоположное от воздействия элеронов. Например, крением влево, и прям чувствуется, что нос, он не то чтобы просто как бы мы не додавливаем левую ногу, нужно ему чуть-чуть дать влево, да, чтобы он пошел вместе, ну, вошел в разворот. А он как будто бы наоборот, мы создаем крен влево, и возникает момент, который прямо его как будто нарочно разворачивает вправо. То есть скольжение создается очень заметно. То есть надо следить за шариком, работать, соответственно, педалями. Ничего сверхъестественного, то есть работа такая, как бы нормальная, да, педалями, но просто, например, скажем так, с другими тренерами, такими как Як-52, у этого самолета более выражен этот эффект. Каких-то особенностей, не знаю, то есть управляемость достаточно на рулении на прямых участках угла разворота хвостового колеса от педалей хватает, чтобы спокойно рулить, маневрировать. И только при более острых разворотах надо отдать ручку от себя, чтобы, ну, крутануться на месте, так скажем, да? Единственный момент, если уже колесо немножко отклонено от курса, мы подрулили педалями, и потом ручкой от себя пытаемся его разблокировать, то сам замок как бы не выходит из колеса, и колесо остается залоченным. То есть надо сначала снять эту нагрузку, да, то есть как бы немножко приотпустить педаль, и вот когда, так скажем, колесо и педали совмещены немножко с продольной осью, тогда отдать ручку от себя, и тогда мы разлочиваем колесо и управляем. То есть нельзя, например, под нагрузкой рулить, и тут же надо немножко добавить чуть-чуть радиуса, да, отдать ручку от себя и увеличить просто радиус. Нет, так не получается, поскольку под нагрузкой замок не разлочивается. Не знаю, каких-то еще особенностей, то есть на взлете, удерживая ручку нейтрально, сохраняя управляемость колеса от ног, от педалей, да, что помогает удерживать направление. Прям сегодня чисто боковой ветер, 6 порывов 8, значит, помогает удерживать направление. Хвост сам при немножко установленном триммере на кабрирование, даже, ну, в районе нейтрали, так скажем, да. То есть если в районе нейтрали, то хвост заметно сам начинает подниматься на определенной скорости, когда уже достаточно хватает управляемости. Либо если, как я поставил, слегка на
триммер руля высоты слегка на себя, мне пришлось немножечко поддавить от себя, чтобы поднять хвост. Устойчиво на двух, ожидаемо устойчиво на двух колесах он бежит и, в принципе, отрывается достаточно понятно. Ну, в общем, прекрасный самолет, так что рад, что появилась опять возможность на нем прокатиться. Спасибо, что сегодня были со мной. Пока, увидимся.